Йоу, друзья мои, добро пожаловать, меня зовут Брайан, это у нас Sackboy Rake 2, или, проще говоря, у Луизин, и мы продолжаем играть. Сколько эпичности за эту секунду прозвучало. К сожалению, Эсмеральда у нас погибла очень неловко, и ситуация была, на самом деле, мы ее прибили, случайно, возомнили ее другим человеком. Если вы этого ничего не видели, смотрите прошлую серию, там все рассказано. Так вот, эта красавица у нас... Еще кое-что Хоффман. Хоффман, я вспомнил. Как Дастин Хоффман, только Юкико. Эсмеральда или Трюки Теодор. Я думаю, что мне пока ничего не интересно из этого. А мне нужно разобраться, куда мы хотели идти. Так вот, глава 13. Твердыня. Пройдите через остатки Юниона и доберитесь до отеля в деловом квартале. Там, насколько я понял, укрылся этот самый злодей Теодор, который, в общем, хотел, чтобы мы называли его пророком. В общем, плохой дядя. Так, давай смотреть. Вроде бы нам сюда может пройти. А может и нельзя. В этой игре, короче, можно делать что угодно. Вход на почту, а через почту мы уже выберемся, в принципе, куда нам надо. Так вот, погнали. Говорится, финал еще вроде как не близко, 17 глав в игре, это уже 13-е, но тем не менее, будем играть, будем наслаждаться. Так, что там я мог бы взять, там что-то полезненькое лежало, дробашечные патроны, это хорошо. Ну что, на почту? На почту! Что-то я вспомнил сейчас историю про то, что я любил в детстве облизывать марки и вот эти вот края писем, знаешь, конверт берешь, там есть вот это вот, то, что надо облизать, и, собственно, заклеить вот эту вот липкая составляющая. Чтобы это было делать не противно, естественно, там что-то добавляли, и она такая сладенькая была, как и марки, собственно. Такой, да, лайфхак из детства. Так вот, что мы тут делаем? Почта-то у нас... Поехали на почту, потому что больше здесь я мест не вижу. Может быть. Надо было, конечно, где-то и в другом месте перейти, но попробуем сейчас здесь. Так вот. Что-то мы так много говорим. Так вот. Ладно. Хорошо. Все, берем ништяки и побежали дальше. Сейчас мы соберемся. Сейчас мы, короче, взбодримся. О, нормально. Самое лучшее — это чай. Самое лучшее — это холодный какой-нибудь душ, потому что в эту игру нужно играть и уже подготовленным. Так, потрошки, аптечка. Что там еще было? Шприц, ты представляешь? Я ж теперь могу носить на один больше. Пройдите через остатки Юниона, доберитесь куда тебе надо. Так, Кастелланос, давай-ка, знаешь, что сделаем? А ничего не сделаем. Лута нового здесь нет, и, как я понял, ну, не считай той комнатки. Так что нормально, просто почапали далее. Ох ты ж, ёбаный насос. Чё-то давно мы здесь не были. Вон та крепость его. Это и впрямь крепость. Действительно, господи. Что там происходит, Себастьян? Стэм просто в разнос пошла. Она как будто еще больше дестабилизировалась. Ты и половины не знаешь. То есть ты с этим как-то связан? Я бы не стал ничего делать просто так. Я покончу с этим раз и навсегда. Я спасу Лили. И на этот раз у меня есть все, что нужно. Удачи, Себастьян. Держи меня в курсе, ладно? Мне нужно знать, что там происходит, чтобы иметь возможность снова тебе помочь. Ты меня понял? Да. Буду на связи. Чего-то я Кидман не доверяю. Хоть он поведет нас! Кто, блядь, поведет? Мы же убили тебя, пиздюк, алло! Ты же мертвый был уже! Я хочу сзади... Гнида, блядь! Бей его давай! Опа! А вот мы сейчас и огнеметец заберем. Давай. Еще живой? Слышь, пиздюк, блядь! Неплохо. Умирать будем или как? О, хера половину жизни забрал. Тихо. Сейчас копытимся нахер. Ой, говно, бля, придется в ушки надевать, пока мы не исправим ситуацию. Ой, черт, меня дерите, недонороговые ушки. Вы поняли, короче. Так вот, я, насколько понял, мы же вроде бы Анила этого убили уже, Льяма. Какого хера он, собственно, еще раз тут оказался? Черт. Фу. Это и впрямь крепость. Слушай, а может не надо его убивать? Но мне нужны части огнемета. Ты и половины не знаешь. Так, я пропускаю диалог, мы уже все в курсе. Давай, сразу его отсюда. Но этого не убивает его. Давай. Кастелланос, какого хера, блядь?
Бля, еще дебильные монстры, куда вы лезете, суки? Блять, уйди отсюда! Ходим. И с перезарядочкой есть. Прости меня, отец, я согрешил! Мне кажется, я в детстве много анаши курил. А мама за факин... О, сдох, наконец-то, блядь. Твое время тоже придет, ублюдок, блядь. Я эти ушки надел не просто так, а потому что ты уже давно дохлый мудак. Забирай скорее, давай. Что такое? Баллон с горючим для огнемета. Кстати, баллоны не подлежат ремонту. Двух таких баллонов хватит, чтобы начать использовать огнемет. Вот я же говорю, что мы нашли один. Да. Почти все собрал. Мне чего-то не хватало. Мне что-то надо было. Мне нравится его повествование, как будто он уже на тот свет собрался. Кастелланс, ты уже и так на том свете. Тебе удивляться абсолютно не надо. Как говорил великий Курицын, абсолютно мадафака. Так вот, что мы делаем? Мы бежим с тобой дальше. Чтобы избавиться от плохого слова «паразита», которое нам привязалось в этой серии, именуемое так вот. Только для этой серии. Специально. Это все ушки виноваты. Давай-ка заберем это дело. Это нам понадобится. Эту херню... Я видел. Смотри, пиздюк. Опа! Неожиданная хуйня, да? А? Давай, долби его! Опачки, там еще один. Там их еще три, блин. А, скажи-ка мне, пожалуйста, игра. Мне нужно вот сюда. Вот твердыня. Твердыня рифмуется с пердыней почему-то. Я не знаю почему. Так. Что-то плохо все. Что-то мне кажется, ушки жмут нам немножко. Может быть, они придают нам няшности и тем самым... Ёбаный стыд, сколько их там, ты посмотри. Ты посмотри, сколько там чертей. Так, бежим сюда. Ууу, плохо дело. Давай попробуем просто пробежаться. Вот он. Не надо. Арре, а имею такое впечатление, что они все из шкири, блядь, кричат. Ой, бля, плохо. Ой, плохо, Кастелланос, все плохо. Беги. Беги, дружишь, беги. Патронов все меньше и меньше, а желание убивать... У нас же винтовка есть, ёпта. Винтовку-то не зря дали. Что делаешь, гнида, блядь? Ууу, неплохо. Он прям на меня упал. Так, зеленого гель. Вау, родной мой, не надо размахивать культяпками своими. Это плохая затея, я тебе сразу говорю. Подожди, у меня, видишь, патронов нет. Потом будешь кудахать. Нахуй с пляжа, блядь. Так, забираем. Как его распидорасило. Хорошо. Кастелланос, мы тут не пройдем, я боюсь. Там еще парочка херотайты. Тихо. А здесь-то можно пройти? У нас жопа. Ой, блядь. Он победит нас. Не дыми, сука, давай! Что там взорвалось, блядь? Что ты тебе надо? Отвали от меня, дура, ебаная! Уходим, Кастелланос, уходим! Гальяна. Стреляй, блядь! Все, прибили его. Патронов нет! Чем траться, блядь? Все, забираем с него. Второй баллон. А вот и она. Вот она. Последняя деталь. Последняя деталечка моя. Пожалуйста, ты собери меня. Ох, тамор какой. Ой, какой тамор. Забирай детали, перепрыгивай. А что, перепрыгнуть нельзя? Что, серьезно? А в чем проблема, блядь? В чем проблема, Костя? Ох, там кто-то хорошо пивасом отрыгнул. Тихо, сейчас нормально пробежимся. Все нормально. 27. Отелюшка, вот он. Там что-то есть. Там что-то есть явно. Ребят, тут такая вакханалия началась, вы увидели. Да вы все и так видите, вам ничего объяснять не нужно. Так, мы что-то нашли. Я случайно сюда забежал, чтобы что-то взять. Фух. Так вот, раз мы, собственно, убили этих тварей, я пока уши сниму. Они придают нам, естественно, уверенности, но лучше пока без них. А под сумочку лучше. Хорошо.
для штурмовой винтовки. Мы как-то с вами расслабились, да? То есть, играя на простом уровне сложности, такой, типа, сел вот такой, булочки расслабил, и, собственно, отстреливаешь монструозных ублюдков. Но нет, но не тут-то было. Как видишь, даже под конец игры, ну, где-то ближе к концу, игра дает тебе просраться. Типа, намекая на то, что «Ах ты, упыречек мой хороший». Мы были в этом отеле. В отеле чисто, Хоффман. Ты как там, все настроила? Да, я готова. Ладно, отправляю координаты. Ух ты, я думал, сейчас полутаем. Но нет, зачем нам лутать? У нас есть Хоффман. Странная приблуда. Ну, вот и он. Что это? Портативный стабилизатор поля. О'Нил работал над этой штукой до того, как Теодор его изменил. Он создает небольшую зону стабилизации, которая оттолкнет пламя. Небольшую? Размером примерно с убежище. Достаточно, чтобы меня защитить. Отлично. Как это работает? А вот тут начинаются сложности. Это пробный экземпляр, так что может взбрыкнуть. Управлять буду я. Не хватало, чтобы он отказал посреди стены пламени. Я не могу тебе это позволить. Слишком опасно. Как и оставаться здесь, если у тебя ничего не выйдет? Мне надоело прятаться. Выбраться можно, только работая сообща. Иначе нам Лили не спасти. А потом, вдруг тебе понадобится экстренный психоанализ? Кому обратишься? Ха, а ты умеешь убеждать, Хоффман. Конечно, умею. Я же штатный психолог. Ну да, точно. Тебе может понадобиться время. Скажи, когда будешь готов. Поговорите с Юкико, чтобы начать путь в крепость Теодора. Не самая простая мини-задача, но говнюк действительно жесткий, поэтому надо подготовиться. Взять, например, этот предохоль прекрасный, который халявно тут валялся, и полутать немножечко отель. Я думаю, что здесь есть чем поживиться. Что у нас тут? Ухо! Красавица, ты сколько провианта-то привезла, это самой доброты сюда душевной. Я все, пожалуй, заберу, все мне надо, мне все пригодится, учитывая... Превращение Лима было ужасным, хотя и завораживающим. Это было далеко за гранью обычного нейролингвистического программирования. Слова Теодора не просто убедили Лима в чем-то, он изменил... они изменили его физически. Теперь понятно, почему Теодор рвется контролировать Стэм. Это усилит его и без того невероятную способность влиять на людей. Да, есть такая категория людей, которые влияют на других людей, у которых не так все хорошо, чтобы влиять на других людей. Ну, потому что они влияют на людей, которые не могут влиять на людей. Нет, все нормально. Все четенько сказал. А теперь бей этот автомат, чтобы забрать ништяки. Что это выпало? Кусок мяса какого-то гнилого выпал оттуда. Давай мне, быстро! Геля, пожалуйста, зеленого. Да, что-то зеленым гелем сегодня как-то не ахти. Ладно, я предлагаю сбегать быстро на этажи этого отеля и пролутать их еще разочек перед тем, как мы отправимся к Теодору. Нет, сбираться мы не будем. Либо мы там найдем зеркальце. Вообще-то надо бы похилиться, наверное. Вот. Мне писали: Олежа, ну чего ты не хилился в той серии, где ты уши надел? Ну почему у меня попа моя горит быстрее, чем какой-нибудь адронный коллайдер? Ну почему? Ну почему ты так сделал? Объясняю. Ну вы уже поняли, потому что я это сделал нарочно и очень хотел посмотреть, как эти уши смотрятся в кадре. Ну, естественно, вас порадовать. Так вот, мы движемся с вами вперед. Тут все закрыто, и здесь был один из шедевров Стефана, который был у нас также одним из боссов. Здесь больше ничего интересного. А мне, видимо, придется делать патроны, наверное, так. А что тут было у нас? Тут, наверное, ничего и не было. Так ты посмотришь. Винтовка неплохая штука. Максимум магазин один. У меня еще магазин есть? А, я понял, один патрон. Дробовик, пистолет. 6 патронов, конечно, погоды нам не сделают. Но придется, видимо, делать кустарно. Птичка. Мне надо патрон для дроби. Готово. Много, много расходуется всего на это дело. Можно один патрон для штурмовой винтовки. Ух ты ж, твою мать. Это странное оружие позволяет быстро залить территорию огнем. Огнемет настолько тяжелый и громоздкий, что затрудняет передвижение. Горючее будет залито в огнемет сразу после изготовления. Так, я понял. Вам не хватает следующих компонентов. Несправный огнемет и баллон с горючим для огнемета. Хорошо, это надо найти верстак, и тогда уже что-то можно будет сделать.
Что мы делаем? Ну что, говорим Хоффман, что мы готовы, как говорится, к заданницу. И погнали. Ты готов, Себастьян? Я готов. Как говорил Спанч Боб, я всегда готов. Ладно, Хоффман, давай начнем. Поехали. Хорошо. Распидорасим этого чертового Теодора. Потому что он натворил столько дел всяких дерьмовых здесь. О, Господи. Я не представляю, как я это... Я буду нести его и управлять им. Фигня цель может остановить огонь. Он защитит нас от огня, но не от тварей, что попытаются нас убить. Не бойся, я с ними разберусь. Ты уверен? Ну, погнали! Подумай, стурас, Костеланос, уверен ли ты? Прикинь, реально защищает. Такая же тема была в этом, в Ведьмаке, я помню. Там была... Работает! Одна барышня, главное, помните, там была миссия? Надо было тоже в сфере находиться и ходить по убежищу. Нельзя было запределить. Ничего не видно. Просто следи за тварями и иди за мной. Я знаю, куда идти. Хорошо, что ты знаешь. Опа, я вижу, блядь. Как он, блядь, выжил здесь, скажи мне? Разберусь. Сейчас разберемся. Привет, пиздюк. Хуяк, блядь. Лежать, не трогай мою девочку здесь. Патрон у нее здесь. Ты же с попы достал, что ли? Порох, я думал, то свечка. Пробираемся, пробираемся. До крепости еще херач, не херач. Берегись, Хоффман. Это ты меня береги. Где ты кряхтишь, Муди? Они повсюду. Воу-воу-воу-воу-ло. Падай, блядь. Ни хера себе, как мы его всандалили, а. Во-первых, мам. Так, красавица. Ху-ху-ху. Хорош. Первый пошел, второй пошел. Сейчас и пятый, и десятый уйдет. Никто не выживет. Ну, в смысле, из мудаков. Мы же не относим Кидман... А, Кидман, господи, Хоффман и Костеланос. О, ты откуда взялся? Алло. Господи. Какая отвратительная рожа у тебя. Че ты забыл здесь, Мудин, блядь? Иди давай, красавица. Мы тут будем очень долго ляться с тобой. Далеко еще? Кажется, что еще идти. Он не хочет нас пропускать. Ну и хорошо. Значит, он боится. Ты уверен, что он боится? О! Лут. Стопашечка, сейчас лучик. Лучик. Забираем мы с тобой этот лут. Потому что это офигенно крут. Костеланос очень-очень-очень крут. И чё там у нас? Мейнор Кеннеди. Опа, она тут заприметил. Нас кто-то заприметил! Мы почти у... Продолжай в том же духе. С стабилизатором что-то не так. Что с ним не так? Починить можешь? Как мы ему прописали-то в то лицо? Рука лица. Давай, костыльчик. Патроны для дроби нам всегда понадобятся. Опа! Хорош, найсело. Нормально. Сейчас еще дальше продолжим. Беги ко мне, оловянный дебил. Давай. Опа! Как тебе, да? Срыгнуть может? Кто может срыгнуть? А, спрыгнуть? Прекрасно. Ой, как хороши потуги-то, а? Патроны нам не надо. Как тут жестко, ты представляешь? Все в огне, все в огниве. Открывай! Алло! Открывай, бля! О, криоболчик нельзя. Ты жалеешь, что пошла? Это мой шанс искупить вину перед Лили! И всеми, кого я бы могла втянуть в стем! Использовать криоболт в огне — это фиаско, братан. Это просто пипец. Понятно? Извиняюсь. Так, что там у нас? Тихо! Давай, давай! Давай, иди сюда! Прости! Нет, случайно! О-о-о! Я случайно! Не обнимай меня, придурок, блядь! Я бутылку припрятал для тебя. Эта бутылка специально для тебя? Че ты какой-то, сука, живучий, а? Вау! Когда, блядь, ты вылетел за пределы, а я заберу твой порох. Все, пошли, пошли, красавица. Как она несет, а? Как она его несет? Как олимпийский огонь в 86-м несет практически. Давай, да неси, 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 красавица. Представь, что это тебе очень надо. Что это какая-то электрическая зарядка для бигуди. Хотя и бигуди не нужны. Господи, у меня патроны кончаются. Давайте поэкспериментируем. Что у нас есть? Огнемет у нас есть! В огне будем жарить огнем. Ну хули, клин клином вышибает, поэтому черт, нормально. Кожу жжет.
Надо как-то прорваться. Надо как-то прорваться. Опять дурит! Погоди! Тихо! Становится очень жарко! Чепушила, я не вижу, вон он. Смотри, сейчас будет охуенно. Смотри, готовься, готовься. О-хо-хо! Гори, блядь! Горите, су... Нет, они меня ёбнут быстрее, чем я успею что-то сделать. А-а-а! Подожди, поменяй оружие, поца кусочек! Поменяй оружие, долбоёб! Чё он не меняет-то? Меняй, придурок, блядь! Давай, иди сюда. Ты понял? Огнемёт не для этих ребят. Это немножко не то. Так, геля мы собрали. Бери, 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 бери. Где этот придурок? Вот он. Ой, ору, ой, мало-мало-мало хил. Мало-мало хил. Мало-мало-мало хил. Среди мудил. Давай лечись, блядь. Ух ты, нихера ты бабу, блядь, огрел. Ты что, не знаешь, что девушек бить нельзя, придурок, блядь? Или тебя твой пророк Теодор не научил хорошим манерам? Научил, наверное. Хоффман, ты как? Ты прикинь, реально больно. Вот азиаты умеют показывать боль и няшность. И все. Что-то работает, походу. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет, явно. Получилось! Печалька. Надо уходить. Друзья мои, игрушка, короче, тут просто зависла. Вы видели, была заставка, игра шла дальше, а я ничего не видел. Это не программа записи тут лаганула, это что-то какая-то вообще хуя. Я не знаю. Сейчас проверим, я дошел до этого момента. Фу, слава богу, слава богу. Ну, слава тебе, Господи. Надо уходить. Бывает. Геймпадушка вибрировать умеет, конечно. Я напомню, для тех, кто вдруг забыл, мы движемся с вами в крепость Теодора. Беги. Беги, Лили, беги. Лола, точнее, был классный фильм такой старый. Беги, Лола, беги назывался. Советую посмотреть. Там тёлочка всю серию, весь фильм бегает. Это полезно. Сидишь, хаваешь что-то, она бегает. О-о-о, кажется, проблемы. Кажется, у нас большие проблемы. Не трогай Хоффман, мать твою! Помогай, 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 помогай! Как-то мы потеряли. Игра не зря зависла. Сука, как можно было потерять двух девушек за две серии? Неудивительно, что у тебя жена умерла и дочка потерялась. Ты невезучий человек, на тебе какое-то проклятие, Кастеллан, тебе серьезно говорю. Но мы добрались до цели, вроде как. Это первый раз, когда игра зависла. Он еще заплатит. Обещаю. И жалко девочку. Она реально была неплохая. Глава 14. Горящий алтарь. И в конце концов, остался только я один. Но меня он не остановит. Заберитесь наверх крепости Теодора, чтобы сразиться с ним. Но мы туда будем добираться еще 3 главы, видимо. У меня, кстати, между прочим, 22 150 геля, который я хотел бы использовать на свои благонужды. Так, это может забрать. Мне все надо, все понадобится. Я лишнего стараюсь не упускать. Все нужно брать. Все нужно брать, все нужно брать. Вот эти детали, например. 445 деталей, довольно солидная тема, я тебе скажу. Так, бутылка. Естественно. Я только не знаю, он считается финальным боссом или нет. Вот это вопрос пока, вон травичка есть. Там вроде чисто, да? Так, визуально посмотрел, вроде хорошо все. Вроде не придраться ни к чему. Так, порох. Забираем порох. Нам это все надо. Порох-порошочек. Такой няшный, хороший, добрый. Добрый мистер Порошок. Он растер мечты в горшок. Что-то тут слетает. Так. Забираем.
все пока нормально. То есть здесь, как говорится, затишье перед бурей. Есть такая популярная фраза, в данном случае она идеально подходит в контекст. А ничего такого адского не произошло, мы потеряли только Хоффман, к сожалению. Ты знаешь, в этой игре, наверное, даже к худшему или к лучшему то, что ты не успеваешь сблизиться с Персом. То есть ты не успеваешь как бы привыкнуть к нему, да? Нет какого-то сильного сопереживания, надо больше времени, то есть надо более глубоко копать в эту тему. Писание Теодора первое, видимо. Это место Юнион таит невероятные возможности, а Мёбиус их упускает. Они так и не сумели осознать, что на самом деле они создали. Только представьте, целый мир новообращенных людей с переписанной, перекроенной памятью, подключенных к центральному сознанию, ядру. И мои приказы, отданные со скоростью мысли, выполняемые безоговорочно. Я мог бы построить религиозную утопию за несколько дней, не месяцев. Чувак, мы были в твоем мозгу, мы были в твоих мыслях, мы видели твои пытки, хуитки. Это пиздец. Это просто, блядь, это не то, что фиаско, это трэш. Это лютый трэш, я тебе скажу. И надо это дерьмо прекращать. Ты вернулся ко мне, Себастьян Кастелар. Да. Но теперь все по-другому. Ух ты ж ни хера там печешь. Добро пожаловать в ад, походу. Там слишком горящая печка. Я так поглядываю, я там ничего не упустил случайно мимолетным взглядом. Нам, видимо, куда-то туда. А на этот лифт, по идее, вроде бы как должен идти до самого верха башни, но туда надо добраться. Ты же понимаешь, что в этой игре ничего просто так не дается. Хорошо, я не знаю, почему я пошел налево. Ладно, пойдем налево. А может, надо было направо? Тебе не добраться, как и в тот раз, когда ты не смог ее спасти. Ну уж нет, ты меня не сломаешь. Ну что верно, то верно. Сломать кости Ланоса это надо еще убить. А, то есть ты пешкадральчиком решил, да? А может, там был этот? А может, там сейф был? Я просто не знаю. И что мы упустили, не пошли туда? Чё-то плохо, походу. Чё-то все плохо, очень горяще. Ёб твою налево. Хорошо, что ты присел. Господи, ты будешь ползать у меня в ногах. Мои зелоты сломают тебя. Зелоты? Твои зелоты. Ой, зелотик. Как он четко перебежал сюда, а? Так, там бутылка, там этот упал, смотри. А ты можешь быстрее передвигаться, скажи мне? Тихо, тихо, не поворачивайся. Не поворачивайся! Блять, огненный пиздюк, нахуй! Нормально. Он не понял. Он же не понял, где это произошло. Или понял. Мне кажется, что немножко туповат, наверное, не? Блять, он идет сюда. Убийство из-за угла, сука! Кастелланос, убийство из-за угла, ты же умеешь! Давай, пусть он идет сюда. Блять, он загорелся, ну ебаный стыд. О, горячо, да? На тебе, падла вертлявая, блять. Все, пиздос, короче. Пошел, батька, в разнос. Сейчас будем нагибать вот утопию, блять. Че, и че ты мне сделаешь? Ай! Блять, да вы-ка перевался на! Как это было красиво, как это было... Там молятся, смотри. Чтобы он не, зря не молился, давай попробуем его, собственно, прибить нахер. Давай, говна кусочек. Я жду тебя здесь. Я ждал тебя, а ты не пришел. И как тебя после этого называть? Сланс, эту тележку нельзя двигать, я так понимаю. Что здесь? Тут миллиард каких-то комнат, каких-то входов, выходов. Я хочу огнемет завязать. Да не бутылку, огнемет. Вот это хорошая штука. Мало того, что здесь в огне все, вон этот пиздюк, смотри. Тут трава есть. Он предпочел уйти. Так, у нас есть еще автомат, один магазин, один запас.
Что, 2 патрона? Ты что, серьезно? Это херня какая-то, братиш. Так, тут все окей. Понимаешь, в этой локации идеально может помочь тебе оптика. Справиться со всеми невзгодами. Еще бутылка, но мне уже некуда просто складывать их. Странная херня, однако. О! Все, свалился. Че, ты потерял меня, да? Ух! Нормально мы этого засранца, да? Уложили с такой дистанции. Хорошо. Вот эта криохрень очень даже полезная штука, я тебе скажу. Там какой-то рычаг есть, короче говоря. Он, видимо, что-то у нас годное активирует. А хилочки, давай похилимся. Надо такую программу, знаешь, есть? Давай поженимся, давай похилимся. Забери, блядь, не запрыгивай, как обезьянка. Вот, молодчага. А, берем сейчас дробовичок. Можно по-быстрому. Патронов мало, я тебе скажу. 3, а сколько в этом? И в этом 3. Так, давай. И все. Давай, Костеланец, что, мало каши ел, что ли? Так, мы открыли, походу, аварийный проход наверх. Но тут 2 чучела, смотри, блядь. Тот как будто в пирог упал. Блядь, человек-пасочка. Куда? Ну, иди сюда, сейчас тебе покажу. Он реально как будто в торт упал и там застыл, блядь, вместе. А знаешь, что мне надо против этих пиздюков? Мне надо взрывоопасные болты. Это хорошая хер... У меня нету взрывоопасных болтов. У меня нету болтов. Ты прикинь. 5 штук, блин, быстро. Притом, потому что это такая офигенная тема. Так, мы открыли там, получается, да? И там 2 этих чепушилы были. Вот 1. Блядь, почему заморозка? Говна кусок. Давай, давай. Херак! Хорошо. Это было охеренно. Это было просто восхищение достойно у тех. Бля, как это четенько, а? Все, ты мне ничего не оставил. А мог бы. Жадина, блядь, говядина. Так, сюда все нормально. Потыкались, потыкались, помыкались. Что здесь? Такой самогонный аппарат. Может, Теодор еще подгонял тут самогон для них? Халявный какой-нибудь. А хули жарко, можно гнать. Какое страшное место! Пора валить. Силу земли не хочешь, я тебе дам? А с огурцом, блядь. Юнион. Его даже не существует в реальности. Юнион лучше, чем реальность. Юнион — это мертвец. Их разум и привязан к нему. Управлять Юнионом — значит управлять ими. А управлять ими — значит управлять миром. Если ты считаешь, что я буду помогать психу вроде тебя, управлять психами вроде них, то ты еще больше псих, чем я думал. Сила ядра. Тебе говорю, доктор Попов силу земли хотел. Просто берешь комара, втираешь его в голову, либо садишься на огурец. Теперь понятно, откуда пошло садиться на бутылку. Так, тебя приколотили, чувак, блядь, гвоздями, охереть. А что мы там взяли? Так, ладно, блядь, давай крутим. Крутим, крутим, крутим эту херотень. Крутим, крутим, крутим эту херотень. Я думал, пиздюки оживут, но пиздюки не ожили. Хорошо. Так, мне нравится взрывоопасная херня. Мне писали, короче, почему ты тратишь ценные вот эти вот штуки на обычных... Обычных этих самых зомби, там всяких монстриков мелкого посева. Ну а что делать-то? С боссами у нас другой разговор. Так, костыльчик, давай возьмем. Тут еще сохраняшка. Мне бы это найти. Зеркальце? Это тут, наверное, зеркальце. Что-то мне подсказывает, что здесь может быть зеркальце. Максимум, а это и заберем. Ты посмотри. Там люди, короче. Смотри, охереть. Но это жестко смотрится, реально. Это забери. Писание Теодора 2. Когда я буду контролировать ядро и изменю этот мир по своему усмотрению, реальность прогнется под меня.
Мёбиус уже создал основные опорные точки для всех элементов общества. Им хватило глупости подключиться к системе, заложив бомбу замедленного действия в собственный разум. Они думали, что станут волками в овечьей стаде. Но здесь я пастух, и я убиваю волков, когда они подозревают об опасности. Не подозревают. Когда Юнион станет моим, дни Мёбиуса будут сочтены. То есть мы делаем волчью, медвежью услугу, точнее для Мёбиуса получается, да? То есть мы убьем этого говнюка, и Мёбиус будет шоколад. О, наконец, я же говорю, здесь зеркальце. Ну что ж, сейчас будет прокачка тайм. Сейчас мы прокачаемся. Интересно, как Теодор реагирует на то, что такие зеркала, ведущие в кабинет Себастьяна, находятся здесь? Это же странно. Привет, кисулька, привет. Мяу. Мяу, мяу, я тебе сказала, мяу, покорми сейчас мяу. И что у нас тут есть? У нас осталось, смотри, вот этот вот. Кидман? Да, Себастьян. О чем ты думаешь? О Лиле. Все, что здесь творится, происходит из-за нее. Все хотят заполучить ее. Как будто она предмет, трофей. А на самом деле она и есть жертва. Бедняжка даже не знает, что это такое жить обычной жизнью. После стольких лет в Мёбиусе. Осталось ли в ней что-то детское? Она по-прежнему славная, милая девочка. Надеюсь на это. У нее украли детство. Она даже не успела пойти в школу. Найти друзей. Никаких праздников и дней рождения. Мне жутко думать о том, что она вынесла. Лили всегда была умницей. Наблюдательной, смышленой. Она умела так смотреть на тебя, что становилось очевидно. Она все понимает. Не только то, что ты говоришь, но и то, что ты чувствуешь. Я всегда знал, что она особенная. Но думал, что это мне кажется, ведь она моя дочь. Лили правда особенная. Ее нашли и выбрали из-за выдающихся результатов по типовым тестам. Я продолжаю говорить о ней в прошедшем времени, потому что все еще не верю, что она жива. И здесь, внутри. Все так и есть. Но чтобы заново с ней познакомиться, тебе для начала придется ее спасти. Я помогу тебе. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Так, хорошо. Осталось найти еще два слайда, и один мы где-то потеряли. Привет, Котя! Привет, хороший Мурлок! Спасибо тебе, няшная черная созданица. Я бы тебя погладил, но, к сожалению, пока не могу этого сделать. В кабинете вроде нормально все. А что нам надо? Нужен верстак. Котик вернулся на круги своя, а мне нужен верстачок. Так, создание предметов. Давай сделаем... Сколько я могу сделать? 13 штук могу. Так, дробовик есть, снайперка, штурмовая. Сколько я могу сделать? 12? А надо ли 12 патронов? Огнемет у нас есть. Электроболты лучше давай сделаем. Куда более продуктивная херня. Вот, это хорошо. Да, гарпунных болтов давай парочку. Это шестерочка, аптечки, шприцы у нас как бы есть, хорошо. Погнали в улучшение. А посмотрим, что у нас в плане улучшалочек тут есть. Так, пистолет, наверное, нет, дробовик, вот это хорошая штука. Я не знаю, винтовка, ну такое дело, очень быстро патроны израсходуют, а мне их как бы мало здесь дается. Электрический взрывной. Мы юзаем электрический, давай. Раз. Поражает больше врагов на дистанции. Взрывные болты — это хорошая штука. Давай, все. Это будет, блядь, оружие просто как Хиросима, я тебе все раз говорю. Будет ебашить просто в кашу. Так что погнали. Сейчас мы поздороваемся с Данюхой. Мы вроде бы не находили, насколько я помню, ключей новых, но тем не менее, это не мешает нам тут играть. Детектив Кастелланос, всегда рада повидаться. Привет. Взаимностью я тебя тоже могу оградить. Так, есть ключики, шкафчики у нас? Я не помню. Нету. Прикинь, сколько здесь всего можно пооткрывать. Так вот, давай смотреть. 24, почти 25 тысяч гели. А, бой. Давай начнем с самого... О, бой. Давай начнем с самого здоровья. Что у нас есть? Регенерация. Увеличивает общее показание. Это что? Повышает болевой порог, позволяет оставаться в живых после вражеской атаки, которая должна вас убить. Надо что-то купить здесь, мне кажется. Регенерация. Такое, честно, я не знаю. Тут два надо травить, у нас только один. А, боевочка. Твердую, ну давай твердую руку пусть будет. Драчун.
так и ближнего боя дают больше просраться. Это что такое? Отдача при стрельбе уменьшается. Давай сделаем. В принципе, оружие часто виляет, и это не самое лучшее. Так, атлетизм. Атлетизм, что это такое? Рефлексы. Клониться от атаки. Не знаю даже. Увеличивает максимальный показатель выносливости. Давай выносливость прокачаем. Видишь, гель тает на глазах просто. Его как и не было. Скрытность у нас и так хорошая, но можно еще прокачать. 7000. Меньше шуметь. Так, восстановление. Опа! Все! Сандалили все, что можно было. У нас только атлетизм и здоровье так себе. А здоровье не сильно прокачивается, потому что уровень сложности простой. Нет смысла сильно тратиться. Атлетизм, ну как бы бегаем нормально вроде бы. Не испытываем проблем. 5000, 3000. Все, экономим. Погнали дальше. Раз в серию, раз в две серии лучше забегать на это дело. Теперь можно засейвиться. И идти надирать задницу Теодору. Так, глава 13. Я не знаю, мне кажется, еще серии, наверное, 3, и мы игру пройдем. То есть, где-то одна глава, это примерно одна большая серия на час. Как люди проходят на спидране ее за 2,5 часа, я вообще не представляю. Вообще ума не приложу, я буду посмотреть, даже интересно дало. Бля, мы вернулись в этот пиздос. Так, давай побережем, наверное, патрончики наши, я тебе так скажу. Отлично. Так, дробовичок есть. Ну все, ты, дорожка. Как говорится, я иду натирать твою черную задницу. Надирать, точнее, натирать. Сейчас посмотрим. Молодец. Вот это энтузиазм, вот это запал. А, я... Эта херня была уже. Тут нас не проведешь. Давай сменим на обычный пикаль. Это было. Это я помню. Ух ты. Давай сделаем это скрытно, как ассасины. Вау. Вау, Грац, придурок, блядь. Сука, долбоебина. Ты что, меня увидел, да? Хорош. Нормально. Эй, алло, ты что делаешь? Есть еще один, второй. Все, говнари, вы достали меня, блядь, пошел нахер. Дробаш хорошо. Хорошо, что прокачанное оружие дает просраться любому пиздюку. Ой, нет. Опа, можно даже так. Он все равно уже не встанет, уже просто не жилец. По жести, по боли, блядь. По хардкорчику, детка. Там закряхтел, придурок, блядь. А вот сейчас... Можно завязать и больную эту хероту. Давай я там пробегу, я же не ёбнусь. У-ху! Опасные поцаки не смотрят назад. Ты помер? Там еще, по-моему, кто-то вылез. Там, кажись, как кто-то вылез еще. Боксхеда не хватает. Я понял, кого мне не хватает. Чувака с сейфом на голове. Депозитник. Мы его называли, да? Или вкладчик, я уже не помню. Депозитмен. Здесь что-то кряхтело, по-моему. Так, топор заберем. Подсумочек улучшен для пистолета. Хорошо. У нас патронов только нет. Сколько вмещает этот подсумок? Ага, здесь на время, я понял тебя. Выбирай. Так, подожди, это опасную херню ты с собой городишь, братиш. Мне надо дробовик, наверное, взять. Что там нашел? Чё ты там по пеплу ищешь-то? А, патроны... Он как-то нашел патроны в пепле, прикинь? Это вообще молодец какой. Я просто проверяю, куда мы можем с вами отойти в случае чего. Угу, понятно. Давай, давай, Газелана, скрути! В этой игре нужно крутить или крутить будут тебя. Давай. Молодец. И что? И зачем? Типа, чтобы мы могли пробежаться, видимо, да? Добро. Я одобряю. Как раньше был мемчик, Анатолий одобряет. Примерно так же Бройный одобряет тоже. Одобряет. Ох ты ж ёбаный насос!
Не, электрическая это хуйня. Взрывайся! Бля. Что, распидорасило всех троих? Батя не зря вкачал это все дело. Весь гель, блядь, ушел на нужды, как говорится, народа. Простого пролетариата. Вот. Всегда не мог нормально выговорить это слово. Хотя у меня с дикцией все вроде нормально, но вот пролетариат всегда как-то плохо выговаривался. Единственное, наверное, слово в мире. Так. Нам туда, походу. Нам туда, походу, но давай перезарядимся. Эта херня не работает. Ты прикинь, сколько здесь всего. Здесь боль. Как он ухватился, а? Давай, костычек, давай. Что мы сделали? Мы закрыли, типа, да? А зачем? Чтоб новые монстры не бежали сюда, типа. Так. Вижу. Бля, 3 патрона. А зачем нам здесь? Здесь можно дернуть. Давай. Раз такое дело, надо не пренебрегать такой херней. А, наверное, на максимальном уровне сложности это дольше, 2 или 3 раза все делается. Там кто-то нас ищет. Странное место. То там горело все, блядь, теперь не горит. Хер пойми, зато сейв прошел. Бери дробаш. Дробаш это наше все. Во всех играх дробовик он просто решает, понимаешь? Его, как говорится, безупречная мощность, прекрасная кучность. Делает свое дело. Странно. Ох ты ж, ёпта, вы куда ты лезешь, блядь? Или обратно залезь, говно. Хули ты жив? Блядь, ну живой. Чё тебе много патронов так надо, а? Ты ж маленький пиздюк. Бля, там что-то еще лезет. Давай, говно. Опа! А? На батю будешь, да? Бля! Ёпта! Ух, он сбоку! Тихо. А, с этим все, походу. Не все! Костила нас! У нас проблема. Черт, как хорошо, что ты в текстуру залаговался! Умирай, говно, блядь! Умирай давай. Херня, блядь, ползучая. Нет, я понимаю, что у людей есть арахнофобия. Но оно, даже не знаю, на паука мало смахивает. Такого стрёмного паучка. Так, это мы заберем. И 5 патронов. У нас электроболты есть. Детальки. Фух, хорошо. Криохрень это есть. И вроде бы как все. Забираем порох. Так, тут чисто. Тут везде чисто. Тут везде заебись. А, это открывать не надо. Просто обижали эту херню обратно. Я в последний раз предлагаю тебе перейти на сторону победителей. Иначе ты навсегда останешься в своем изуродованном сознании. Я не буду с тобой торговаться, друг. Ну да. Так вот, у нас здесь есть, короче, тема. Смотри, можно словить какой-то резонанс. Где он там был? Сзади, что ли? Подожди, мы ловили. Точка резонанса. А, она выше находится. Это надо выше подняться. Есть зеркальце. Типа, можно вернуться и как бы навыки свои наверстать. Либо зайти сюда и драться, как мужик. А может быть, я просто патронов сделаю, понимаешь? Я вернусь просто на верстак, чтобы не тратиться сильно. Как он быстро это делает, а? Котя, не это самое, не агрись. Все нормально. Так, улучшение мне не надо, мне на вот это. Давай, сколько можешь максимум? 1 патрон! Ой, бля, плохо. Ладно, давай по максимуму. Нет. Слушай, мы огнемет не юзали как-то даже вообще. Ну, толком-то. Даже печальненько. Что у нас? 7000 геля. Я думаю, что мы Теодора и так одолеем. Так, погнали. Все, молодец. Цветочки только полей, котика покорми, и все окей будет. Все, друзья мои, погнали. А нас, походу, ждет бой. Не знаю, финальный или нет, вряд ли. Вряд ли это финал. Еще сколько у нас? 16, 17, 18 глава.
Ты отказался, и у меня теперь нет выбора. Я разрушу этот мир. Я найду твою жену и убью ее на глазах у твоей дочери. А дочь будет мучиться в моих руках, пока я использую ее силы. Я убью тебя раньше. Почему ты думаешь, что на этот раз что-то изменится? Я не успокоюсь, пока один из нас не умрет. Тогда иди сюда. Давай начнем бойню. Давай начнем бойню. Раз ты так этого хочешь, сука, сейчас мы тебе такую бойню, блядь, сделаем. Тебе мало, блядь, не покажется. Это я заберу. Так, здесь все нормально, здесь тоже. Я так по визуалочке просматриваю, мало ли какой дерьмо будет. О, там что-то есть. Там что-то для нас припрятали. Запал. Хорошо, порох заберем. Спуститься? А, типа туда, надо ли? Там что-то лежит. Сейчас спустимся. Сейчас, раз игра дает такую возможность, пренебрегать ее явно не стоит. Так, там чисто. Здесь чисто. Ну что, пошли в кровавую, как сказать, баню. Я нашел. Превосходно. Докажи, что ты достоин. Ты ее нашел. Превосходно. Ты особенный. И всегда был особенным. Поэтому я тебя сюда и привел. Позволил тебе создать собственный мир. Докажи, что ты достоин. Приведи ко мне ядро. Ну, конечно. Ты же художник, Стефан. Я уважаю это. Но сначала мне нужна девочка. Ах, вот оно как. Ну, теперь все становится на места, как говорится. Более-менее все понятно. Понятно, о ком говорил Стефан теперь. Что тут лежало у нас? У нас хилочка здесь лежит, которую мы сейчас завязаем. Перед боем надо похилиться. Давай, забирай. 4 штуки у нас есть. Хорошо. Что, в кровище все, что ли? Неужели мы сюда спустились только ради одной хилки? О, патрушки. Вот это годно. Вот это годная херня. Так, полезли. Ну что, все близится к тому, что мы идем плавненько с вами драться с этим... мессией, так сказать. Кем он себя там, пророком возомнил? Пастырь, точно, пастырь. Тебе нужен вкус отчаяния. Сейчас ты получишь вкус отчаяния. Это ты со мной сделал, папа. Ты не спас меня. Это же типа не дочь его, правильно? Сознание промыто. Все хорошо, детка. Думаешь, что она? Я все исправлю. Что-то пошло не так, видимо. Я люблю, Лили. Всегда любил. И всегда буду любить. На этот раз я тебя спасу. Обещаю. Вижу, ты отчасти преодолел свою вину и боль. Но раны твоего прошлого очень глубоки. Уж я знаю о тебе все. Всю твою подноготную. Колодец твоих страхов воистину неисчерпаем. Ты видел столько ужасов. Они переполняют твою память. Так, тихо. Вспомни, где все это началось. Вспомни маяк. Черт. Что, нас в игру в начало, что ли, бросил? Ты все помнишь. Это же самое начало.
Бля, маньяк с бензопилой! Хо-хо-хо, плохо. Нихера. Бля. Че-то он слишком... Бля, нет. Беги! Беги, 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 беги! Блядь! Хуёво тело, хуёво! Давай, 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 давай! Бля, он прям за нами бежит! Беги, 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 Костеланец! Это самое-самое начало игры. Что? О, нет. Это выдумка, это все плод твоего воображения, пойми. Ну, с меня хватит. Давай, бери дробаш, хуярь его. Ха-ха, молодец, блядь. Сука, я Макаси, а. На Джейсона Вурхиса смотри. Да он опасен, блядь, я тебе говорю. Хера? Пацан могёт. Не в этот раз. В этот раз. Чё, блин? О-хо! Давай. Расхерачь его. Думаешь, меня это остановит? А может быть, можно остановиться? Просто интересно. Херенно, да? Как вот этот маньяк заебал. Резать. А если я не хочу резать? Есть какое-нибудь волевое решение отличное отрезать? Просто ждем. Ладно, режем. Падла! Давай! Ни хера себе! Пошел ты! За твое здоровье, Костелан. Прикинь, сейчас, короче, чувак с бензопилой, бокс-хэт и все прочие монстры нашего сознания будут сейчас, типа, вызваны Теодором. Блять, бокс-хэт! Бокс-хэт, ребята! Походу, реально. Реально бокс-хэт, по-моему. Этот сок... Эту воистину красоту, которую мы сейчас увидели. Это богоподобное создание. С сейфом на голове мы продолжим убивать, нагибать уже в следующей серии, друзья мои. Это был The Evil Within. Это Psycho Burreika 2, японское название игры. Я Брейн, а вы смотрели, как я это прохожу. Увидимся в следующей серии. Всего хорошего. Пока-пока.